Может, ты видел, недавно мы нашли 9 легендарнейших мерседесов, которые очень скоро перестанут существовать. И на этот раз у нас новый фильм ужасов. Целый автопарк 220-х, который скоро будет полностью уничтожены. Ну вот он новый, он новый. Причем эти машины ездили только по Японии и близки к идеалу, а японцы вложили в их тюнинг целое состояние. Боже мой! Блин. Табличка Брабус. Это такой лютый колхоз, ребята. Вы знаете, что 220-е обычно выглядят так. Это полностью нахрен сгнившая тачка, которая лежит в каждом дворе на днище и продается на автору максимум за 250 тысяч. Но эти тачки приехали из Японии, и они впечатляют. Вот глядя на такой 220-й, его хочется купить. Лорензер F01 Абаба. Абаба. Похож вообще. Но самое главное, что здесь еще 220-е есть на этой территории больше. То есть это лишь малая часть. Поэтому сейчас посмотрим. Пробег 83 тысячи километров. Ух ты, мать! Чего? Ты посмотри. На дерево посмотри. Посмотри на это дерево. Мы приехали в автосалон, где продаются новые 220. Ну просто посмотри в салон. На нем никто не ездил, такое ощущение. Но для такого возраста это состояние, в общем, очень-очень неплохое. Да, автоподбор сказал, что новая машина просто, реально. Вот эта вот электронная уже приборка, видно, что она там где-то есть, но она зажигается, уже другой уровень. Вот то, что не любили 220-е за то, что они стали очень сильно электронными. Смотрите, опа. Обалдеть. Это половина подлокотника. Два подстаканника полноценных. Остается место для руки. Все продумано. Да, да. И... посмотри, монетница, да, осталась еще из прошлого. Офигеть. Соответственно, под разные монеты. Я думаю, что все-таки под немецкие, не под японские. Эта тачка на стыке времен, да? Оу, люк с какими-то просто прозрачными рассеивающими светами. А ты знаешь, как задний парктроник, да, здесь работает? Ты смотришь в зеркало заднего вида, видишь там парктроник над задним стеклом. Ага. И по индикации в этом парктронике, понимаешь, приближение к препятствию. То есть вот ты смотришь на эти регуляторы, да? Да, через зеркало. Через зеркало. Спойлер, обеспечивающий чумовую прижимную силу и чистое заднее стекло. Это очень важно. Сзади же пассажиры, они должны прижиматься к земле. Парни, вот это, кстати, шильдик. Лорензер, думаю... модификация F01. F01 модель прямо, да? Это Лорензер F01. Это можем тип загуглить. Обвеса. Это так тип называется обвес? Вот этот вот красивейший вот этот внешний стайлинг. Запасное колесо, оно надевалось сюда максимум 0 раз примерно. На нем пробег 0 километров из-за вот этой маркировочной полосы. Это новое колесо, которое вот приехало вместе с тачкой. И теперь оно лежит в ней. 225 на 60 R16. Спасибо за этот экскурс. И выпускная система, соответственно, здесь тоже, да, такая в этом бампере. Необычная. Мы сейчас все привыкли к тому, что выпускная система, она как бы в бампере, а туда просто трубочки подходят или не подходят. Это все пошло вот с этого сраного Лорензера. Потому что вот эти насадки, это вот часть бампера. А от глушителя идет гибкая труба, которая просто присрана вот сюда, вот так вот. Это такой лютый колхоз, ребята. Это просто срамота. Так, а вот, кстати говоря, как это открывать? А, вот так вот? Не-не, ты просто его чуть-чуть поднимаешь, тянешь, и ровно ничего не происходит. Ага, начинаешь тянуть за решетку, и она вот так вот... И уже боишься за ее сохранность. В общем, Лорензеры... Покупайте Лорензер. Тихо. Тихо. Только я хотел сказать, если ты его вскроешь, значит, ты профессиональный взломщик. Ребята, хочу обратить ваше внимание. У 140-ов вот эта вот звезда отдельная, металлическая, приделанная сверху. Здесь уже отлитая. Но вот почему вот эти вот детали уже делают эту машину другой, почему ее меньше любят. Кстати, этот автомобиль сейчас находится в нашем гараже, и благодаря ему мы попадаем на самые крутые локации. Мы выбрали его, потому что он круто выглядит. Недорого стоит и, главное, закрывает все наши нужды. На съемку он привез все необходимое оборудование и всю съемочную группу. А теперь давайте откроем капот и посмотрим. Здесь находится турбированный двигатель,
Да, здесь есть турбина, но это не повод его бояться, ведь это решение появилось не на пустом месте, оно проверено временем. Этот автомобиль по-прежнему актуальная новинка, выглядит свежо. И этот крутой внешний вид ты получаешь за небольшие деньги. Благодаря нашей Аркане мы смогли взять с собой все, что нам нужно, и при этом не затеряться в потоке. Бриллиант. Что самый такое? Главный, вершина, что? Пик. Что? Что? Вот. Что? Вот. Могу вам подсказать, как называется эта модификация, если читать шильдики сзади. Ну? Лорензер F01 Абаба. Абаба? Похож, а похож вообще. Абаба, ребята, приветствуем. Это когда надо примерно колодочки поменять? Ну, наверное, еще побегают. Господа, я тысячекратно извиняюсь, но вы никогда не угадаете, что я первым обнаружил в салоне. Сигнальную лампу, встроенную в фонарь. Отбегай! Если там лежит фонарь, то здесь натурально лежит факел. И это сигнальная шашка, потому что если в горах случается что-то с твоим автомобилем, ты вызываешь службу спасения и кладешь эту шашку за автомобилем, чтобы было видно. Уходи оттуда! Проникаю в святая святых, ребята. Но это не 12-й, да? Это все гораздо попроще. Это V8. Ой. Немножко. Генератор рассыпался, тут все, в общем, это. Соляные отложения? Это да, ребята, V6. Это V6. Раз, два, три, четыре. Ну, это 320-й мотор, значит. А Лорензер-то наш, Абаба, не такой уж и могучий. Не делали они тюнинг моторов, Артём? Не делали. А проверь масло, ты любишь проверять масло, да, в автомобиле. Да, в прошлой серии я... Ой, мы такого в 140-х не встречали. Чё? Ну, масло, блин, масло новое, просто ребят. Как новое. Блин, они что там? Вряд ли. Совсем пофигевали, что ли? Оно даже не пахнет ни бензином, ни сажей, ни гарью, ничем. Новодел. Вот это, конечно. Ну, оно свежее. Ну, не та уже пошла машина. Очень крутой комплект документации к машине. Все, естественно, сохранилось. Смотрите, какое нежное просто вот это вот изображение японского островов японских. И здесь, соответственно, у нас опять с ракетах было... Карты расположения всех дилеров, то есть здесь есть все города, где находятся дилеры, и как вот сориентироваться по, ну вот эта улица, этот вы знаете, наверное, как переводится. А, японцы же, они рисуют всякие вот маскоты, символы, и посмотрите, здесь вот есть какие-то, играют в футбол, какие-то собаки, вот, здесь же у нас цветная инструкция, как кассету вставлять в машину, в общем... Все просто. Это что, оказание первой помощи? Кстати говоря, да. Вот так в игровой форме, как тащить утопленника, перевозить по снегам горнолыжника сломанного. Что такое негатив? Я наоборот. Утопленника сломанного. Там... Может, он устал просто, да, его просто несут. Подмагнут ему, да, чуть-чуть? Прикиньте, сколько бензина потрачено за время эксплуатации машины, чтобы возить этот талмуд, вот это все. Ой, это же было лежало в машине. Это очень тонкая математика. У меня сегодня произошел разрыв, как бы, и вера в тюнинг Лоренсер, потому что я думал, что это серьезное что-то вообще, и прям невероятная столетняя организация. Но вот эта надпись с серебряными какими-то непонятными наклейками Лоренсер на... Ну, не знаю, круто, ладно. И немецкая наклейка Лоренсер. Спортсервис Лоренсер, то есть это... Официальная тюнячая версия. О, а вот и наши любимые пульты. К нему прилипла визитка господина Тошио Фусады. Если вам интересно связаться с Кашигайской интернациональной ассоциацией, это пульт от головного устройства Panasonic Strada. Вот здесь он представлен, это модель Strada. Очень популярная у японцев, не первый раз мы видим эту штуку. Вот где находится пепельница сзади в этом обдристанном салоне? Она находится на двери. И нажимается она вот так. Эть, сюда куришь, здесь прикуриваешь. А вы что, ребята, все стреляете? А то, что сейчас не стреляют, сейчас бизнес по-другому делают. Вот тебе моя карточка. Честно говоря, эта тачка находится в очень среднем состоянии. Я бы ее не рекомендовал к покупке.
Ребята, что вы знаете о роскоши? Я вам скажу, вы ничего не знаете о роскоши, если у вас на автомобиле нет хромированных накладок на центральной стойке. Обратите внимание на этот автомобиль. Я смотрю на все на это, и у меня возникает мысль, что вот мы такие все думаем, вот в Японии эталонный тюнинг, эталоны стиля и все остальное. Похоже, в Японии есть полно колхозников, братцы. Ты знаешь, это ведь немецкое тюнинг-ателье, вот в чем дело. Японцы любят немецкие тачки. Они покупают немецкие тачки. Особенным шиком считается купить тачку с левым рулем. Это двухсекционные подголовники, которые регулируются вот таким вот механическим движением. Они раскладываются и складываются. Обалденный салон. Очень хорошее состояние кожи, хотя по японским меркам это сильно изношенный салон. Это кожа Наппа, дерево в очень неплохом состоянии и орех, центральная отделка консоли. Леха, а что там за приблуда слева? Опять они радары вычисляют? Да, похоже на то. Вот японцы, они просто, ребят, вы не поверите, в большинстве этих мерседесов стоит антирадар. Да, потому что штраф за скорость в Японии, если ты один раз заплатишь, я думаю, после этого ты будешь весь в радарах ездить. Причем тут маленькая надпись Super Cat, Супер Кошечка. А что это значит? Ну, на этом радаре. А, слушайте, это же Brabus, да, то есть еще и накладки. Это Brabus, да. Обратите здесь вот внимание. Эти вот кнопочки дверей с логотипами Brabus. Я уверен, еще здесь где-то есть тоже Brabus. Это что за карта Таро? Я нашел какой-то блокнот с какими-то тончайшими рисовыми листами. Это папиросная бумага. Это для самокруток. Тем более это богатый японец. Так, все, берем. Макаров, ну как ты научился тачки вскрывать? И где это было? Ты, наверное, и не расскажешь нам. Боже мой! Табличка Brabus. И, ребята, обратите внимание. Правильно, без ошибок написано Build By. Это реально настоящий Brabus, то есть, да? Причем да, Илюх. С лорисовским бампером при этом. Это реальный Brabus, настоящий, вы хотите сказать? 5,8? Ты представляешь, вот этот вот двигатель отдельно, с чего стоит просто? Можно продать вот эту табличку, присрать ее на такой вон мотор, и у тебя будет Brabus. Ну, не совсем, надо еще вот этот логотип поставить. Матерь Божья, святые угодники. Ребята, кстати, ребята, V8, 5,8, и это невероятная тачка. И в этой крышке спрятаны воздушные фильтры. Вот они. Сюда подходит воздух, как и вот так вот крышке. Они меняются. Да. А попадают они потом вот отсюда, вон туда, прямо в коллектор. Эти и много других совершенно ненужных фактов ожидает вас в этой серии от Артема. Я поднимаю дверь, ходит ходуном все, дверь не закрывается, то есть как бы она вот так вот, то есть машина перекосила нахер. Возможно, из-за того, что ее распилили, ты к этому, да? Да. Что делают? Пока этот автомобиль плывет из Японии во Владивосток, прямо на корабле, снимают заднее стекло, производят два распила по стойкам и полный распил по заднему полу, после чего скрепляют его вот такими вот говностяшками и стекло вставляют на чем? Конечно просто же на скотч. Прикладывают. И этот автомобиль, соответственно, невозможно здесь продать или как-то легализовать, поэтому эта машина привезена сюда на запчасти. Такая короткая история. Здесь настолько криво скреплены две половинки, между ними сантиметров, наверное, 3 вот разницы. Они просто нормально. И все. И поэтому здесь даже дверь не закрывается. Бандай! 220-й. А как их чисто вот технически пилят? То есть чем их пилят? Огромной болгаркой с нарезным диском вот с этим огромным, да? И прям погнали. Снимают сзади, получается, обшивку, которая на полу. Ну, чтоб... Сдирают ее, блин. И пилят посередине сверху. Ну, стекла еще задние снимают. Да. Да и правильно. Они некачественно снимают, они всегда разбитые. Понятно. Для того, чтобы машина потеряла целостность, достаточно перепилить вот здесь. И тебе что, пилить как бы вот всю крышу вот так вот вдоль? Тебе просто чик-чик, это гораздо быстрее, чем пилить всю крышу. Здесь вот эта шторка, которая закрывает рулевую колонку, когда она движется. Офигеть! Смотри. Ай, красота! Смотрите, еще ключ. Он помнит прикосновение ключа. Осторожно, но... не заведи. Ну просто посмотрите, какой длины вот этот задний свес бампера, задняя часть вот эта, которая... Это один бампер? Да, это один бампер. То есть вот передний бампер коротенький, а вот задний бампер, вот просто это на все крыло, до колеса.
Ох, я начинаю уважать здесь 20-е уже чуть-чуть. Но посмотри, он же был наполнен электроникой, да, за что его тоже ругали и не любили после. И сколько здесь, соответственно, этих вот... Вот ребята в том боксе, в соседнем, только что свалили всю эту электрику в кучу, вот так вот обвязали стретч-пленкой, получился вот такой колобок, да. Как на рыбалке. Вот такой глаз у него. Да он вот такой вот, там проводов вот столько. Блин, ребят, катаемся уже на Аркане долгое время, решили сконфигурировать тачку именно под нас, именно та, которая нам понравится всем. Лёха, давай, что там? Здесь два мотора, 1.6 и 150 сил турбо, как у нас, и он идет на заднем приводе. Так, турбо, конечно, турбо. Серебро классное, а какие еще варианты есть? Ганметал такой. Да, есть цвет, в котором они презентовали машину, красный такой. Уф. Ты же говорил, что колесные диски вообще это половина внешности машины, правильно? Давай посмотрим. Да, они поинтереснее. Слушай, такие какие-то скорпионы, я бы так сказал. Пакет Техно мы выбрали. Здесь система дистанционного запуска, камера заднего вида, мультимедийная система EasyLink с сенсорным экраном 8 дюймов. Но мы можем добавить шторки безопасности для переднего и заднего ряда за 14 тысяч. Я бы с удовольствием добавил. Ну что, результат? Давай. 1 519 000 рублей. Все, наша Аркана готова. Осталось только найти новую крутую локацию, чтобы поехать туда и снять новое крутое видео. Если до сей поры мы с вами разговаривали об автомобилях, которые были распилены, и у них тяжелая судьба, они умрут в ближайшем будущем, то сейчас перед нами машина, которая не пилилась. И это, ребята, пригнанный из Японии 126-й S-класс, и он выглядит просто убойно. Если не считать выгоревшие краски на капоте, эта машина выглядит потрясающе. Взгляните на это. Этот салон, к сожалению, был перешит, поэтому он выглядит так, как он выглядит сейчас. Здесь транспондер для японских платных дорог. В замке зажигания ее родной ключ, на котором написано Nissan. Ну, все как мы, все как мы любим. Красавчик. Эту тачку, кстати, вы можете купить у ребят. Скажу честно, ценник немножко кусается, но это машина из Японии, и она в отличном состоянии. Ссылочка будет в описании. Кстати, снимаем это все. Мы в гостях у ребят Cartoon Euro. Самой масштабной разборки Мерседесов, которую мы только видели. Они продают огромный запас деталей, привозят машины под заказ из Японии, и у них есть филиал, который занимается японскими тачками. Все ссылки будут в описании, а в соцсетях у них вообще жара. Посмотрите на этот, вот японцы, они любят дичь, да, вот эти вот японские ламборгини тюнингованные, видели? Видел и смотри, лично. Лёх, здесь вот эти вот жабры с огромной сеткой, как будто это сделали где-то в Химках вот вчера. Знаешь, что мне нравится? Она рухнула на пневме, и когда это произошло, крыло треснуло, ударившись о диск. Серьезно? Ага. Бедняжка. Это пластиковое крыло. Ах, ты ж бедняжка. Вы вот все про бампера. Вы видели, как устроены омыватели на 220-х? Блин, а сколько здесь форсунок? Три. Все, не давай ему в технические детали погружаться. Три форсунки. Пусть пошел он, все. Пусть. На сколько она вынимается, Лех? На три. Блин! Шутишь? Серьезно? Ну я не шучу. Подожди, то есть... Смотри, с какой высоты она просто фигачит на фару. Она фигачит вот сюда, значит, да? Да, она вот на ближний, на дальний сюда. И на противотуманку вот эту букву. Это нормально. Она просто выскочила из пазов. Все. Во-первых, здесь тоже, здесь нулевый пластик, просто реально. Ну вот он новый. Во-вторых, здесь, видимо, деревянный комплект, потому что, который у нас обычно является подстаканничками, она тоже обита деревом. Какая красота. И деревяшка непростая. Это орех, наверное, скорее всего. И японский вот этот владелец решил, что у него должна быть здесь полноценная мультимедийная система. Не знаю, почему японцы вот любят, что обязательно, чтобы был телевизор впереди, я не понимаю. Пацаны, знаете, что самое странное? То, что они все с бамперами Лоренцер. Да, и каждый один другого страшнее. Я просто охренею. Посмотри, как это можно было сделать. Как это можно было сделать, в принципе. А потом сюда приделать еще уродливую вот эту рамку для японского номера. Но знаешь, что круто в Лоренцере? Вентиляторы. Диски Лоренцер. Вентилятор. Это фирменные их? Это охренительные колеса, мне они безумно нравятся. Единственное, чем их можно опошлить, сделать их хромированные, как на этом 203 SL. Посмотри.
Ну вот здесь еще есть эти скобка, но вы представляете, несущие лонжероны вот эти вот, которые держат все в машине, их просто пиу пильнули и... Интересно ее разбить об столб в краш-тесте, она просто, наверное... Она об столб не поцарапается, она просто разъедется вот так две стороны и все. Ну что, ребята, у нас есть ключи от этого автомобиля, так получилось. Это уникальный шанс, потому что именно эту машину мы можем завести, только ее. И у нее есть аккумулятор вроде. Боже мой, она ожила. Пробег 83 тысячи километров. Включаем. Вы к этому готовы? Нихрена себе! Вот это холодный пуск. Я, честно говоря, сам не ожидал. А знаете, почему она так звучит? Потому что здесь нет глушителя. Потому что ей перепилили нахер все. Точно, выпускную систему тоже. Сейчас ты начнешь задыхаться, Леш, потому что через щели попадает это все в салон. Из-под днища. Вон из колеса тоже пошло. Леш, гаси, это... Друзья мои, мне кажется, это будет случай, когда машина развалится пополам от нажатия на газ. Я много раз чувствовал себя смертником. Кошмар какой-то. Это самый страшный тест-драйв, который был у нас. Вот она, убийственная мощь Мерседеса, пацаны. Я знаете, что подумал? А может быть, во всем этом виноват тот человек, который ее продал? Вот не продал бы ее тот японец, не стояла бы она здесь распиленная пополам, а ездила бы где-нибудь там по горам, по долам. То есть японец виноват в том, что под Москвой эта тачка будет распилена пополам. Вот скотина. Он обрек ее на эту жесткую судьбу. Я думаю, судьбу. Что началось все, знаешь, с чего? С немцев? Что он ее купил. Еще раньше. Нападение на Перл-Харбор. Вот там-то они, суки, начали. Помните? Фильм с Беном Аффлеком. Как сейчас помню. Дерни капот. V8, друзья мои. И посмотрите, какой он чистенький. Тём, надо масло поесть. Попробовать. Сейчас, секундочку. Облизнуть. Ну что, еще один грустный выпуск, конечно. Еще один грустный выпуск с другими крутыми тачками, ребята. Но честно вам скажу, что 140-ки, они душевнее. Это какая-то уже немного другая материя. Это факт. Но я породнился с одной из этих машин. С Нособабой? Нет, с тачкой, на которой я покатался, ребят, с СЛ-ом. Это просто невероятное ощущение. Хотя максимальная моя скорость даже, мне кажется, 1 км/ч не составила. Ладно, если у вас есть сейчас свободное время смотреть другие обзоры Мерседесов наши. А вот здесь будет, собственно, предыдущий выпуск с Мерседесами 140-ками, которые тоже отправились на убой. И большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал.